И школьнику очевидно, и он точно знает, что, конечно, быть просто сырьевым придатком Запада, как мы все писали в сочинениях, это плохо. И нужно развивать высокотехнологическое производство, и все это ясно. В силу уровня коррупции в стране, и в силу того, как деньги расходуются, отправляя, значит, деньги на инновации расходуются, очевидно, что мы еще долго будем придумывать наш там ее компьютер, ее мобили и какой-нибудь там ухтопливо. Поэтому пока только обреченка у меня по этому вопросу. И я так думаю, что не скоро мы действительно по-серьезному решим эту проблему.